Меня любят толстые юноши около 40, у которых пуста постель и весьма тяжела рука. Или бледные мальчики от 35, заплутавшие и сдержавшиеся в пути. Бывшие жены глядят у них с безымянных, на шеях у них висят. Ну или вовсе смешные дядьки под 50. Я люблю парня, которому 20, максимум 23. Наглеца у него снаружи и сладкая мгла внутри. Он не успел огрести той женщины, что читалось бы по руке. И никто не висит у него на шее, ну, кроме крестика на шнурке. Этот крестик мне бьется в скулу, когда он сверху и мелко крутится на лету. Он смеется и зажимает его во рту.